Центром формирования здорового образа жизни и отказа от вредной привычки сегодня стал Брестский государственный торгово-технологический колледж. Врачи-эпидемиологи областного центра гигиены предложили учащимся интересный бартер – яблоко в обмен на сигарету. В возрастной категории 16-20% считается статистика курящих 26,3%, а среди 15-летних это 20%. И медики этой цифры очень обеспокоены. Мы стараемся прикладывать все усилия для того, чтобы этот процент, конечно же, снижался. В Брестской области в этом году акцент всех проводимых в области мероприятий делается на среднеспециальные учебные заведения. Сказать, что молодежь с нежеланием подключилась к акции, нельзя. 30 килограмм яблок, такого обыденного, но очень полезного, вкусного и сочного витамина, исчезали на глазах. Вот это красиво. Желаем вам очень легко расстаться со своими привычками и быть здоровым. Спасибо. Сигарет в урне для сбора с каждой минутой становилось больше. Меняли никотин на витамин ребята весьма активно. Я занимаюсь баскетболом и спортивным ориентированием. И для спортсмена курение – это недопустимая вещь. Еще я учусь на повара, и для повара тоже недопустимо курение. Я сам пропагандирую здоровый образ жизни. Среди своих сверстников мало кто из моих знакомых курит. И это хорошо, потому что такие акции сейчас... Курение убивает очень много молодежи. Я никогда не курила и не хочу даже пробовать. Я за здоровый образ жизни. Я не курю. Не курят мои друзья, родные. Я горжусь тем, что я веду здоровый образ жизни. Я горжусь тем, что я ни разу не курила и не хочу даже этого пробовать. Сегодня брестские медики обеспокоены ростом потребления табака среди молодежи. Около 20% 15-летних подростков курят. Есть и хорошие новости. В Брестской области прослеживается положительная динамика в снижении количества курящих. С 2010 года их процент упал более чем на 3%. Но каким бы ни были цифры статистики, каждый курильщик должен понимать и осознавать, что он отравляет не только себя, но и других.